Приветствую, друзья! На обзоре фонарик Black Diamond Spot New. Это модель 2013 года. Выглядит таким вот образом. Довольно-таки массивно по сравнению с предыдущими фонариками. Ну и хочется сказать, что выдает этот крепыш 90 люменей. Это центральный светодиод. Это максимум его, минимум его. Это 4 люмена. Я вам покажу, как переключается. Вот эти боковые два рассеянного света дают максимум 16 люмен, минимум 4 люмена. Причем, значит, вернемся к центральному диоду. На максимуме он может светить на 50 метров. Нет, я ошибаюсь, на 70 метров он может светить. При этом батареек хватает на 50 часов непрерывного освещения. При минимальном освещении, то есть 4 люмена, он светит всего лишь на 8 метров, но зато хватает его на 200 часов. Боковые белые светодиоды максимально 16 люменов, 15 метров освещают. Минимально 4 люмена, это 5 метров освещения. И максимально это 90 часов, на максимальном освещении 90 часов, на минимальном освещении 250. То есть довольно-таки значительные характеристики. Здесь еще представлены два красных диода, ну и о них расскажем сейчас по порядку. Сбоку есть индикатор, который показывает нам, первое, это заблокирован фонарик или не заблокирован. Второе, это уровень заряда батареев. Сейчас я поставил специально батарейки самого малого заряда, то есть уже разряжены. И при включении на 6 секунд включается. Видите, переключился в красный с оранжевого. То есть сначала определялось, что батарейки средне разряжены, сейчас они максимально, ну, очень низкий заряд, менее 25%. И горит постоянно, то есть это уже критический разряд батарей. Рекомендует нам поменять батарейки, фонарик. Сейчас я поменяю на более... погасло. Интересный вариант. Сейчас поэкспериментирую вместе с вами. Значит, боковые погасло. А вот когда переключилось с оранжевого на красный, не гас светодиодик. Значит, сейчас я быстренько поменяю дюраселки на свеженькие, соблюдая полярность, вставляем, даже закрывать не буду, вот, включаем, светит зеленым, сейчас должен погаснуть, погас. Значит, выбираю, вынимаю батарейки с максимальным зарядом и вставляю батарейки со средним зарядом. Ну, я уже подготовился к видео, поэтому включаем фонарик и видим, что горит оранжевым. Хорошо, сейчас я быстренько поставлю хорошие батарейки Duracell, алкалайновые, то есть они потяжелее будут. И мы его быстренько взвесим в состоянии снаряженного. Вот такой фонарик без батареек носить смысла нету. Тут есть предохранитель, значит, весит фонарь в снаряженном состоянии 94 грамма. Хотя производитель заявлял там 90 грамм. Ну, то есть, плюс-минус погрешность позволительная, нормально. Значит, управляется все одной кнопкой. Короткое нажатие удержания включает красные светодиодики. Опять же, просто нажатие короткое выключает их. Тройное нажатие включает стробоскоп. Опять же, нажимаем, держим, включается либо центральный, либо, если мы его выключим и включим, боковые.
Сейчас, если три раза нажать, то включится стробоскоп. Надо быстрее нажимать. Здесь очень хорошо реализован механизм регулировки освещенности. То есть мы включаем его. Включается он максимально ярко. Нажимаем и держим. Плавно меняется освещенность. Причем, когда достигается минимум или максимум, происходит выключение, такое мигание. Сейчас я выключу свет, чтобы было лучше видно. Вот я. Ярко. Оп, мигнуло. И потом идет секундная задержка, чтобы человек успел отреагировать и отпустить кнопку. Еще разочек. Оп, 4 люмена. Мигание. В этом режиме аналогично все происходит. Нажимаем, держим, уменьшается. Увеличивается. Мигнуло. Опять же уменьшается. Если мы выключаем, он не запоминает то состояние, в котором он был. И включается следующий режим на максимальный. Сейчас горели два боковых диода. Значит, включится центральный на максимум. В любой момент вы можете себе подрегулировать. То есть нажатие и удержание не выключает фонарик, не переключает его в другой режим, а позволяет регулировать освещенность. Так, вернемся теперь к красному режиму, который включается удержанием трехсекундным. Выключим. И если держать кнопку 7 секунд, включится блокировка, которая будет сигнализировать нам синеньким или голубым цветом. Сейчас включился центральный фонарь, значит, нужно выключить и нажать 7 секунд. Вот, синим загорелось. Теперь фонарик мы не можем включить, если, опять же, не подержим 7 секунд. Все, фонарик просигнализировал, что он разблокирован. Включается. Центральный, боковые. Так, с этим закончили. Значит, регулировка. Регулировка на 90 градусов идет. И вот в этой модели довольно неудачно реализован вот этот вот, не знаю как назвать, блокиратор на таком выступе. Конкретно на этой модели, вернее, на этом фонарике, он уже однажды отвалился, пришлось докупать вот эту вот площадку новую, чтобы фонарик не болтался. То есть при регулировке нужно стараться поаккуратнее это делать, чтобы не слетел. Значит, еще интересная вещь, что в этом фонарике реализован механизм снятия резинки. И можно, опять же, как в других даймондах, закрепить на какой-нибудь стропе на снаряжение. На рюкзаке, либо на чем-то другом. Ну, делать это можно либо так продевая, либо продевая здесь. Так, резинка реализована таким образом. Здесь вот регулятор. Можно делать шире, уже, смотря какая у вас голова или каска. В этом состоит хорошее удобство. Собственно, довольно интересная модель, надежная. Как видели с предохранителем, можно спокойно носить его с батарейками, не вынимая, не переживая за то, что вы останетесь без света. Сравнительно доступно он для такой модели стоит. Ну, на сегодняшний день, это конец апреля 2014 года, это порядка 560 гривен. С курсом доллара у нас сейчас тяжело, прыгает постоянно, так что, ну, я бы сказал, где-то 50 долларов он стоит. Хорошая, интересная модель. Надеюсь, вам понравился обзор и раскрыл вам правду об этом фонарике. Ну что ж, вот и весь обзорчик. Большое спасибо вам за внимание.
Желаю всяческих успехов.